Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами снова Алекс, мы продолжаем играть Dying Light 2, и у нас вторая часть, на которой нам теперь известно уже хоть какие-то вводные, да, то есть над нами ставили опыты, и мы ищем как некую Мию. Для этого нам нужно найти Вальца, и для этого нас связали с информатором, собственно, с которым мы только что связались, и теперь отправляемся на место встречи. Судя по всему, нам придется пройти через какой-то бункер, поэтому не очень нужно добраться. Бою. Нет. Да нет, дай мне зацепиться. Ладно. Что в первой части, что во второй, все эти тросы как-то не мое. Лично мне с ними не получается. И мы подумали, зомбак стоит. Хорошо. Потерянный рай. Книга четвертая. Искусственный коллекционный предмет. Так, я слышу. Вот он. Кстати, может быть, создать побольше. Лекарства. Подожди, как мы создавали что? Так, давай используем. Во-первых, мне интересно, сколько он восстанавливает вообще. Воу, много достаточно. Черт, мы его потеряли. Так, ремесло. Вот лекарство. Создать. Раз. А, вот создать максимум может сразу. Бам! Плюс 3. А, уровень улучшения не прокачивается. Я думал, он прокачивается. Ну ладно. Хорошо, 4 аптечки. Ну, все нам туда. Так, чтобы плыть. Ага. Цей и пробел вынырнуть. Окей. Все как в других играх. Тут ничего не меняется. Прием. Это Эйден. Ты меня слышишь? Так, а нужно ли мне с ними драться? Я переплываю озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть вход. Единственный, который оставила ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Что не так? Живее. Хорошо. Нет времени на зомбаков, я так понимаю. Так, мне не хватает на самом деле немножко скорости. Возможно, он будет чуть дальше, потому что хочется же прям побыстрее. Он, конечно, бежит. Я бы его еще быстрее ускорил бы. Прям так и хочется shift нажать какой-нибудь. Так, а вот и тоннель. Так, где у нас тут вход? Я вхожу в туннели. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Так, уже идет. Это хорошо. Что-то мне какое-то есть ощущение, что он нас хочет убить. Не знаю почему. Какой-то он слишком скрытный. Точнее, может быть, просто не хватать вводных данных о том, кто он вообще такой. И почему мы так спокойно решили с ним встретиться? Здесь.
Есть кто-нибудь? Да, конечно, ты вот так шепотом спрашиваешь, и... Кого-нибудь мы... О, черт, черт мне это не подери. Нравится. Черт подери. О, боже. Тварь меня укусила. Прыгун, в коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да. Терпи, это пройдет. Держись! Вот ты где. Мы тебя искали. А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли. Да нет у меня ключа, клянусь. Будет фонарик, ОФ. Отлично, сюда. Нифига себе. Пять FPS съедает фонарик, представляете? Я мы такие маленькие, что пролезаем вот в эту вот стуклату вот. Ты говоришь. Фига, у него там вена. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Это странное. Так, идеальный блок. Видишь, ГМ, что блокирует атаку врага, и заблокирует удар после меч, чтобы решить идеальный блок. Идеальный блок шлюнет врага, делаю уязвимым. Понятно. Погнали. Давай. Окей, это не идеальный блок. Завязываю с баловством.
тебя пока... Сейчас ты у меня сам... Готовенько. Блин, а дайте мне. Оу. Приготовься! Давайте по одному устраиваемся. На тебя можно его? Пошел ты. Отлично. Так, ну, мне прям заставляют они это сделать. Так, нужно разблокировать свой первый навык боя. Окей, погнали. Удар в прыжке. Перепрыгивайте глушенных врагов, носите удар ногой. Подбегите к глушенному противнику, нажмите пробел, чтобы перескочить через него. Нажмите... Говорим перепрыгнуть, чтобы нанести удар в прыжки ближайшего врага. Ясно. Но это дефолтный, который в Dying Light в первую очередь тоже изучались. Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в АГМ. Миротворцы. Они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий Глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Хороший мачетик. Вот и наша заблудшая овечка. Но он не один. Мы это исправим. Прикончить его! Так, боевой паркур. Стоит перескакивание, чтобы повысить мобильность во время броя. Бить препятствие или ошеломленному врагу, зажмите пробел, чтобы перескочить через него. А, ну, понятно, окей. Только что же обучали. Ё-моё, так можно прям часто прыгать. Давай, иди сюда. Уже обосрался. Так, а где хп-то? А, понятно, у них хп нет, пока я не выполнил. А что это вы потеряли? Долго тебе не протянуть. Напросился. Тебе заебись? Мне заебись. Да чё, ещё? Сюда. Я ему чё, пробил грудину? Готов. Ха-ха-ха.
Так, ну давай, должен боссик-то какой-то быть, нет? Давай, Эйден. Валим отсюда! Рахин, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции. Сюда! Ты первый! Что ты делаешь? Вальс не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз! Луан! Иди! Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Такие щели-то так-то он вообще не видит. Мне выбора, друг мой. Невидимка прям. Так, где наша дыхалка? Вижу. Мне кажется, он плывет быстрее, чем бежит. Блин, больно. Шикарное здание. Интересно, где это мы бегаем так? Такие, потому что не новые архитектуры-то. О, кстати, у меня кончится скоро это. Резко. Что происходит? Черт возьми, у нас еще приступы будут.
Ё-моё, а чё такое поехал-то? Может, он просто чихает? Но он чужак. Его нужно убить. Он со мной, ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты еще кто такой? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Яна! Ингибируй! Это еще что за хер? Быстрее давай! Твою же мать! Ну ты и сволочь, скотина! Он шевелится. Хакон, убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? Безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет — это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим?
Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Так, окей. Ну что ж, друзья, на самом деле я понял только что, насколько не оптимизирована эта игра. И вот в этом раскадровке было очень чувствительно. Трассировка лучей максимально отвратительно сделана. Плохо. Пришлось отключить ее полностью. Закусочная там, в центре, за свалкой химотходов. Без нее просто мне FPS проваливалось на 5-8. Туда, через туннель. Они охраняют ее, как портал в ебучую Вальгалу. Пройти почти невозможно. Так, можешь помочь попасть туда? Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Добро пожаловать. Так, что, двигаемся за Хаконом? Окей. Ё-моё! Так, надо было сюда, да? На матрасике обязательно прыгать. Понял. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. И я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Аргумент. Ой, ё-моё. А, типа на нуле я падаю? Без ингибитора тебе конец. Нифига. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Вот это интересно, они придумали. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом, теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами, там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Так, а можем ли мы на менталом разбирать текущие вещи? Рощи на крышах. Главный источник меда, ромашки и других лекарств. Необходимо изготовление. Да, есть вероятность, что найдете там забытое оружие. Окей. В таких местах люди многое прячут. Если не успевают донести до убежища засветло. Эй, чего не могу поискать? О, вот эти вот знакомые сундучки. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Какие еще к черту кристаллы? Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь?
Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги, а я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Так, подожди, я еще мед не собрал. Меня вот больше всего интересует мед. Так, все ли собрал? Бегу-бегу. Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми так же. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Окей. Почти пришли. Надеюсь, все обойдется без сюрпризов. Темнеет. Вот-вот проснутся. Быстрее, открывай ящик. За это мы получим биомаркер. Блять. Воры. Постой. Нет, нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц. Перед смертью Дилан отдал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. В нем должны быть важные сведения. Надеюсь, больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? Блять, опоздали. План Б, бежим. Нормально, их навалилось. Со мной, быстро!
Так, свет, символ безопасности ночью. Это единственная гарантированная защита от зараженных, поэтому ищите его, если вас преследует. Спросите чутье вышло и отыскать ближайший источник ультрафиолета ночью, содержите Q и отметьте объект значком. Гонится крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами. Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уебок. Открывай! Погоня уровня 1 из 4. Быстрее. Интересно, бы четвертую пощупать. Не оглядывайся, беги. Блин, я прям слышу, как он сзади меня бежит. Быстрее. Ё-моё. Напряженная обстановочка. А? Черт подери. Как ты запрыгнул-то туда? Киллиан, это я. Открывай. Тут нет друзей, да? Киллиан, отвлеки их. Киллиан, Киллиан, блять, открывай. Киллиан, чтоб ты утром споткнулся, а мой труп и сдох! Засранец! Задержи их! Черт возьми, сломалось. Вот это нормально. О, нормально, с одного удара. Ты за это заплатишь! А? Ну, дьявол. Мы справились. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Нам нужно внутрь! Я пытаюсь! Киллиан! Я знаю, что ты там! Это последнее? Думаю, закончилось? Ого! Неожиданно.
Черт, Киллиан! Ты бы еще подождал! Я бы так и сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Дед, это редкость. Или пусти нас, или это будет еще больше редкостью. А это кто? Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Ах, сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь уфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. То, что новая безопасная зона. Так, а мы можем ли подбирать? О, можем. Жить было бы проще. Никаких ночных бегунов, хаконов и никаких проблем. А все это. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать ее розеток. А ты мог бы просто готовить. Ты, Хакон, вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Черт, фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя. Вот почему люди готовы отдать целое состояние за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Большинство не выдерживает. Ну, я выжил. Я сказал большинству, так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем. Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Вроде ты хороший парень, но послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего не сделать. Ну окей. Погнали поспим. Может, увидим еще один фрагмент воспоминаний? Так знал. Эйден, Шмейден, малышка, глупышка. Найди меня. Доброе утро. Ваше такси в госпиталь ожидает.
Ну или нет. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Ну что ж, у нас новое задание, и на этом вторую часть мы заканчиваем. Друзья, большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Увидимся в следующем ролике. Всем пока.